Уважаемые жители и гости Акмолинской области, хочу поздравить с национальным праздником, Днем Республики Казахстана. Все мы знаем, что главная ценность нашего народа – это наша независимость. Согласно Конституции, Республика Казахстан утверждает себя как демократическое, светское, правое и социальное государство, самым драгоценным сокровищем которого является жизнь, права и свободы человека – Особая роль в обеспечении прав человека и гражданина, защиты интересов общества и государства отведена органам прокуратуры. Хотелось бы отметить, что с начала этого года сотрудниками прокуратуры Акмолинской области защищены права более 300 тысяч граждан, в том числе конституционные права более 5 тысяч граждан. Государству возвращено более 236 тысяч гектаров незаконно переданных или неиспользуемых земель. Защищены права около 3 тысяч пайщиков. Особое внимание уделяется качеству досудебного расследования, вопросам профилактики преступности, обеспечению принципа неотвратимости наказания. Безусловно, эти цели мы достигаем во взаимодействии с другими государственными органами, общественными объединениями и гражданами. В канун такого значимого для страны праздника хочется пожелать нашему государству единства и процветания, всем жителям здоровья и благополучия в семьях.